Городские дорожники наращивают темпы укладки асфальта. Уже завершается ремонт на Локомотивной. На очереди улица Красноармейская, где ведутся подготовительные работы к укладке нового полотна. Фрезеруют трассу на Димитровградском шоссе. Приступили к укладке нижнего слоя асфальта на улице Шоферов до проезда Заводского. Ульяновские рейсовые маршруты номер 2, 28 и 75 работают с нарушениями. Только за июль специалисты горадминистрации 7 раз проверили соблюдение графика движения маршрутов, соединяющих два берега. В результате некоторые владельцы маршрутов, обслуживающих заволжское направление, заплатят штраф за потерю времени. А с водителями, которые не соблюдают график, проведут специальные инструктажи. Общая готовность городского хозяйства к предстоящему зимнему сезону составляет 88,5%. Весенние гидравлические испытания выявили 436 повреждений тепловой сети, а сегодня они уже устранены. Социальный объект областного центра также готовит к зиме, а средний уровень подготовки городских ТСЖ и ЖСК составляет 60%.